12 месяцев, как они пролетают быстро. 1956 год, и это специальные новогодние виды обзоров. Мультфильмы, в этом году мультфильмы, друзья. Давайте окунемся в наше детство. 1956 год, на минуточку. Режиссер Иван Иванов, Вана, Михаил Ботов. Роли озвучивали Эрес Гарин, Татьяна Барышева, Юлия Юльская, Людмила Касаткина, Галина Новожилова и другие прекрасные советские актеры. Премьера в мире состоялась 30 декабря 1956 года. Итак, снежной холодной зимой в январе, под вечер, когда люди сидят в домах, прислушиваясь к треску полынья в печах, злая мачеха отправила свою пачерицу в лес. Ух, это мачеха, стерва, чтобы та набрала корзину подснежников зимой. Бедной девочке ничего не оставалось сделать, как исполнить прихоти мачехи. Так жалко это было бедную девочку. Но сказка на то и сказка, что все в ней хорошо заканчивается. Друзья, посмотрите эту великолепную новогоднюю мультфэнтези семейную комедию приключения всей семьей. Давайте окунемся в 56-й год. 12 месяцев. Это Грэд Ревив, этот великий обзор. С Новым годом! И подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, и пускай все обязательно сбудется. Welcome back!